Жизнь человека невозможно представить без воды. Но, к сожалению, вопрос о нехватке пресных водных ресурсов с каждым годом становится только острее. 22 марта во всем мире отмечался День воды. Мероприятия, приуроченные к этому событию, не обошли и наш город. Лучшие молодые умы Зауралья собрались на областном марафоне под названием «Вода – источник жизни», где представили свои экологические работы. Сегодняшнее мероприятие, оно направлено на привлечение внимания общественности, привлечение внимания каждого гражданина, проживающего в Курганской области и в городе Кургане, на то, чтобы к охране водных объектов, в том, чтобы сознание каждого человека, особенно молодых людей, была мысль о том, что водный объект – это среда обитания не только животных, но и человека. Главная водная артерия Зауралья, река Тобол, довольно сильно загрязнена. Качество пресной воды в ней невысоко, говорят специалисты. Для решения этой проблемы в Кургане действует целевая программа развития водохозяйственного комплекса области. В ее рамках проводят мониторинг качества воды и мероприятия по охране водных объектов. В своих проектах ребята из школ Юргомышского, Долматовского, Макроусовского и других районов подробно рассмотрели, как еще можно оградить воду от загрязнения. В своей работе я также сделала химические анализы воды нашего села Широковского. Работала над несколькими видами воды, то есть колодезная, речная и водопроводная. Главной же задачей была разработка и анализирование состава воды. Сохранять природу и бережно относиться ко всем ее ресурсам. С таким призывом обращаются к обществу зауральские школьники. Ведь обеспечить себе здоровое будущее в силах каждого курганца. Дарья Федерягина, Андрей Глазырин, информационное агентство «Курган.ру».